Ну нету нужды использовать клешни. Ой, что это такое использовать? Ого! Его что, хотят споймать? Его хотят споймать, видите? Отпусти меня! Ух ты, а это похоже на этих, на аниматроников, да? Ну, это какие-то духи, вот этого не показывай. Это какой-то скелет. Подключай. Это вообще непонятно что. А зачем его подключат? Может, с него хотят что-то сделать, другое? Его роботы хотят сделать. Ну, давай посмотрим. Такие, как они сами, да? Нет, они будут духи. А, смотри, уже у них форма такая придумана. Смотри, у него серьезно так что-то нажается. Да ну тут такое змеюся. А это получается. Это злые такие аниматроники. Нафа, да? Смотрите, это тот малыш, там был такой Фетти другой, но светленький такой красивый. У него в руке был такой малыш, да? Помнишь, папа? Да. И сейчас его превратят. Какая-то лаборатория страшных этих, да? Роботов. Смотрите, во что они его пивотеи. А они пивотят такого Фредди, только у него голова какая-то выступает. Готов служить, жду вашего приказа. Ух ты. Смотрите, что с ним такое делают. И вот так, видите, какие-то волны тут. Электричество. Они сделали злого с него, смотрите. Он теперь служит на ихнюю корпорацию. Смотри, это пузырь Кена, и он так, так волнуется. Это Гусик? Зачем он это сделал? Он еще и тоже будет выгать. О, смотри, так у него есть специальный этот жезл, да? Такой. Да. Смотрите, какой он так волнован. У него такие глаза, как у волшебника. А они же друзья были, да, насколько я знаю? А, они друзья были, насколько я тоже знаю. Они его поймали. Смотрите, что он делает. Смотрите, как они хотят его превратить, да? Да. Я знаю, в кого. Сейчас посмотрим, в кого. Вот. А, его уже превратили? Да. Молчать! Я занимаюсь искусством! Ух ты, а у них еще есть художник, который искусством занимается. Нет, я... Что это? Ты слаба, как я и думал. Смотрите! Они, наверное, хотят всех их превратить в таких роботов, да? Ну, роботов хоть. О, боже, надо всем рассказать! Привести ее! Они их не оставят в покое, пока... Ух ты, помни, смотрите. Это такая, которая хочет найти выход. Она такая взволнованная, что она хочет найти выход, да, папа? Да. В общем, у них здесь в цифровом цирке вообще непонятно, что происходит. Ну, что не понимаешь? Она так старалась, а ее так взяли и растоптали. Давай, да? Я. Давай. Смотри, как они так бежат. Смешно. Смотри, какая у нее такая шапочка. Помни, беги, давай, убегай. Давай, убегай. Смотрите, что они хотят с ним сделать. А. Смотри, в кого они их пивотят. Вокси. Сейчас он станет волком. Самозащита. Сейчас он станет волком. Ты что, не знал, что на голове у него железная маска ФНАФ, да, День? Я не знал. Моя рука! Что происходит? А это не рука, а целая клешня. Это не рука. Такое. Ух ты, смотри, превращение пошло. А где у него вот? А на какую-то лису больше похоже стало, да? Да, смотрите, какой бомби взволнован. Смотрите. Видите, где он там кладется? Ага. Он ищет бомби. Осталось только помни целая, нам надо, чтобы она выжила, да, Денька? Она не выживет. Ну, как не выживет? Давай смотреть. Ну, где там позже? Не, она же убежала. Нет, так это он! Это совсем кто-то, это аниматорик, это он! Они ее хотят обдурить, она думает, что это Джексон ей поможет, да? Да, ну Джекс любит пиццу, а он подумал, что он любит морковку, и он выезд. Какая давай. Любимая еда Джекса? Морковь, точно! Неправильно, Джекс любит пиццу! Видишь, как он выезд? Вот
легко проверили, да, вот на одном вопросе. И она сразу поняла, что это не Джексон. Давай. Мне пора. Смотри, какие у него глаза, как будто конфетки. Видите, как они его окружают? Они хотят его превратить в какую-то девочку. Ну, уже напали полностью. Все уже полностью поработили, сделали с них роботов. Нет! Ну, только... Да там Агата есть! А, ну давай посмотрим. Как вы? Я не хочу! На ты! Есть, Джексон пришел ей помогать. Не за что, это консерва! Ну, он стал аниматроником, но он все равно стал им помогать, а потом не стал. Видите, как они так бежат? И смотрите, как у него на шапке что-то крутится. Как будто попеет. Ну, я думаю, что Джексон поможет ей, да, спастись. Нет, не поможет. Сейчас он... Это его маска! Ой-ой-ой. Смотри, сейчас стать маньяткой! Ага. Смотри, есть дверь секретная, они могут сбежать туда, да? Но если они найдут эту дверь. Она маньяк! Она очень маньячка! Они все поработили, мы сделали с него марионетку. Нам нужно поскорее найти выход. Но с чего нам начать? Пока что... Смотрите, как он Джекс думает. Не знаю. Он так долго думал, у них так, сука, все надо быстро придумать, а он такой, ну я не знаю, сейчас подумаю, а есть идея, и вы уже там топчат, потому что все напали. А что у него с рукой произошло, они на него напали, да? Да да, это он, да, она же ездит. Ну не знаю, друзья, мне сама больше здесь помни нравится. Я за нее прям очень болею. А я болею за Джексон. Ну Джексон, ну, да, ну, Джексон, ну, тоже, ну, молодец. Ну все равно помогает. О, смотри, там его превратился, да, уже Джексон? Смотрите, друзья, реально, он уже стал роботом, да, Джексон. Но все равно он еще в душе. И мозг его понимает, что надо спасти Помни. Смотрите, да. Но сейчас он не будет помогать. Сейчас сделать. Ну, я рискну. Спасибо. Смотри, они там... Смотри, как он их бьет. Молодец, Джексон. Давай, правой, левой, давай. Я за тебя поеду. Марионетку Джексон уже потушил. Смотрим дальше. Вау, ничего себе, Джексон вообще просто супер. Вот, а с этим очень тяжело ему надо будет, да, Денька? Да, сейчас посмотрим, что с ним, что с ним сделают. Ой, как я и сказал. Все, да? Теперь он будет не помогать, он будет наоборот убивать. Вроде крутые. Эй, ребята, а это? Можно мне к вам? Это Калайон. Король пришел. Они его хотят его обдурить, что они добрые, но они злые. Видишь, я сразу понял, что они плохие. Да, давай. Какой ужас. Видишь, он так заметил. Ну хорошо, что король понял, но уже поздно, смотрите, друзья. Ну уже поздно убегать. Видишь, уже поздно. Тут жалко, что у него та нету. У него та нету. Ну, конечно, такая история просто, давай. Он что, укусил его? Он укусил его! Вау, какой король! Смотрите, друзья, теперь все против Помни, вы представляете? Теперь все... Нет, еще не все там Агата есть. Давай. Видишь? Ага. Тут есть. Это кукла такая, и у нее... Кукла-сестра Помни, смотрите, да? Смотри, у нее вот тут один глаз и одна пуговица. У нее волосы сделаны не по-настоящему, у нее волосы сделаны из веревки. А еще она влюблена была тайно в этого зайца, в Джексона. Она так побежала, и она еще отомстит Помни. Угу. Смотри, все против нее, да? Даже и Агата. О, да, уже смотри, он полностью за них уже, и он уже приказывает ее споймать. Ой. Я готова к битве. Она...
смотрите, Андрей, девочка какая смелая, она себя защищает. Девочки, тоже себя защищайте. Как это? Смотри, какая она! Вау, мама! У нее еще нос, ладжи! Робзи ее укусила! Она какая-то балерина стала! Вы видели, что с ней случилось? Смотрите. Она какая-то балерина стала, но непонятно. Помни, нашла эту секретную дверь вроде бы. Сейчас, сейчас посмотрите, кого его превратят. Она не успела, Робзи здесь уже. Сначала повеселимся. Джекс, пожалуйста, это не ты. Видите, какая она стойная, испуганная. Она одна осталась, все друзья теперь против нее. Вспомни, кто да. Я. Что? Я помню, там был Калбо. Калбо. Ну, Калбо его и не превратят. Мне кажется, что она достучалась до его сердца, и он вспомнил, кто он такой и кто для него помнит. Я ошибался все-таки. Как они смеют такое вытворять? Видно, там очень сильно такой сигнал поддается от этих аниматроников, и он вообще не пробивной. Что это? Сейчас же оставьте нас в покое, возвращайтесь! Она, смотрите, какая она тоже такая смелая девочка, и себя защищает, она как Ванга. Она злая такая. Видите, какая она злая? Теперь это мой мир. Вот так, как в глаз. Видите, а почему этот вид, как будто у него кожа мягкая, а он вообще лопат. У него же ески, он трётся. Ого. Ого, как стукнул. А девочек бить нельзя. Да, видите, они могут плакать. Они споймали все полностью. Я даже не знаю, что дальше. Папа, ну давай я буду нажимать. Давай. Я правда не хочу. Смотри, вот этот Кейн тоже понял, кто он такой, и он понял, что надо, что нельзя, девочка, что нельзя бомни убивать. Да, ну давай. Видишь, он так понял? Ага, ты видишь, это не заставляют. Да, они его заставляют его убивать. Заставляют его превращать. Я не хотел, чтобы так вышло, бомни, прости. Но все равно его убьет. Он убьет, а превратит. Смотрите! Друзья, вы видели, как она стала? У нее ведь я там! Стреляй! Видите? Видите? Ну вообще, помню, крутая стала. Смотрите, где у нее ведь я, видите? Да, она, смотрите, как она. Так я не понял, она сейчас против них или за них теперь? Наверное, против них. Видишь? А, они... смотрите, ее превратили, она все равно против них. Она против них. Все, они все поняли, что нельзя, что не надо это, бомбе это, их убивать. Они тебе все против их. Значит, они могут объединиться, они будут в сила вместе. Никакой пощады! Помни, мы за тебя, да? Бомни. Я и за бомни, и за дед. Вау, Джексон заступился. Смотрите, все собрались из цифрового цирка и решили проучить этих негодяев. Да. Смотрите, они теперь против них. Это дверь, чтобы они вышли. Дверь-портал. Да, это такой специальный дверь, чтобы выйти из цифрового цирка. Давайте. Смотрите, как они закрыли глаза, это потому что они им очень тяжело, и они стараются изо всех сил. Вот так, все, супер. Друзья, как вам, вот кого-то не объединились, одна и в силой победили зло, и вы так должны все вместе. Супер. Класс. Все вернулись, а смотрите, цифровой цирк наконец-то стал такой, какой был раньше. О, смотрите, какая ходячка. Все вернулись. Фу, застояли в пол! Друзья, ставьте лайк, подписывайтесь и ждите следующую серию.